Я всех приветствую, братья-сталкеры, с вами Димак. И сегодня я хотел поговорить об экзоскелетах в сталкере Аномалия 1.5.0. В этом видео я хочу поговорить о всех экзоскелетах в этом моде, о их апгрейдах, характеристиках, и что нужно, чтобы установить апгрейд у техника. И у какого техника стоит устанавливать тот или иной апгрейд. Ну и в начале видео я хотел бы сказать парочку слов о неточной информации, которую я, к сожалению, не на 100% раздобыл. Ну, первое — это апгрейды. Стоимость апгрейдов может составлять от 300 до 400 тысяч. Такую сумму денег нужно собирать практически для каждого техника. Но это при том, что если у вас отношения будут с ним хотя бы нейтральные. Если отношения меняются, то и сумма этих денег, конечно же, тоже уменьшается. В момент создания этого видео количество экзоскелетов составляло около 10 штук. Если на этот мод выйдет какое-нибудь обновление и в это обновление добавят какой-нибудь новый экзоскелет, естественно, я выпущу видео по характеристике этого экзоскелета, ну и о всем остальном. Ну, вроде бы я обо всем рассказал. Если что-то я не смог добавить или что-то упустил, напишите это в комментариях, я постараюсь на все комментарии отвечать. Ну что ж, давайте теперь перейдем к самому главному, о характеристиках экзоскелетов. Но сначала я поговорю, так сказать, о видимых характеристиках экзоскелета. Их можно посмотреть в подробности об экзоскелете. А после покажу полные параметры экзоскелета от источника радиации до маскировки. Про полностью апгрейженные экзоскелеты я не буду рассказывать, потому что апгрейдов очень много и каждый выбирает сам, что ему нужно в данном экзоскелете. Ну что же, давайте начнем. Мечтой на поражение ты не дотянешь до рассвета.
света, не увидишь солнца круг. Пустые земли через эпицентр удачи, не остаться бы на линии огня. Давай помолимся свинцовому закату, не коснется смерть тебя и не меня. Это сердце, зоны, сердце, yeah. Это сердце, зоны, сердце. Сердце, зоны, сердце. Что под конец хотелось бы добавить еще. На момент монтажа я заметил, что один из экзоскелетов, которых я добавил, совершенно другой. И на видео вы это тоже увидите. На самом деле экзоскелетов не 10, их 11. Экзоскелет-одиночек был разделен на две части. Первая часть — это самый обыкновенный экзоскелет, характеристики которого вы видите, наверное, сейчас на экране. А вторая часть экзоскелета, характеристики которого вы уже видели в середине видео. Не знаю, зачем разработчики сделали два экзоскелета, но, наверное, им это нужно было как-то. Но вот как раз тот улучшенный экзоскелет весьма хорошо подходит для похождения за артефактами. Очень хорошо, потому что токсичность у него 100%, пси-поле 100% и термальное излучение тоже 74%. Он хорошо подходит для похода за артефактами. Если его еще хорошо проапгрейдить, то он будет идеально для этого создан. И единственный его минус — это пулестойкость. Пулестойкость у него 28%. Ну, можно ее прокачать, но я не уверен, что это будет самым лучшим апгрейдом для него. У экзоскелетов есть еще определенное состояние. У обычного экзоскелета никакого состояния нет. Он самый обычный, не поношенный, ничего. Есть еще экзоскелет поношенный. Его характеристики чуть-чуть хуже. И есть экзоскелет непригодный. Его характеристики хуже всех. Даже самой обычной брони, которая выдается вам в самом начале игры. Если вам выпадет поношенный экзоскелет с какого-нибудь там долговца, к примеру, или свободовца, советую его взять. Полностью его не апгрейдить, но лучше починить, потому что пулестойкость все-таки у него тоже весьма хорошая. Ну и если вам захочется прийти на базу свободы, а вы долговец, то экзоскелет этот поношенный как раз вам в этом и пригодится. Ну а непригодные экзоскелеты вообще не советую брать. Они вам никак не помогут, ничем. Ремонтировать их бесполезно, только на запчасти. Хотелось бы еще поговорить про апгрейды и покупку экзоскелета. Многие уже знают, что для апгрейда экзоскелета вам нужны определенные запчасти. Запчасти эти можно купить у любого торговца. Если у вас там какой-то определенный ранг, ну чуть выше, чем новичка или там какого-то самого низкого ранга, то эти запчасти потихоньку будут продаваться у торговцев. Я, например, пришел к Сахару и купил практически большую часть запчастей для экзоскелета. Где собрать, кстати, деньги? Берите артефакты, несите их Сахарову. Он покупает эти артефакты за такие деньги. Да, ё-моё ещё. Ну а где купить экзоскелет? Я не думаю, что это сверхтрудно. Если вам нужен, например, экзоскелет долга, то его лучше покупать у долговцев. Если экзоскелет свободы, то, скорее всего, у свободы. Просто я еще нигде экзоскелета не покупал. Мне все время выпадали поношенные. Но, надеюсь, скоро я поиграю нормально. Получу определенный ранг, и мне все-таки выпадет в продаже этот экзоскелет. На этом, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Димак. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в новом видео.